Мы переходим к следующему стартапу. Денис Болотов, Лемур. Всем привет! Меня зовут Денис, и я один из основателей компании «Лемур». У меня есть кошка, ее зовут Маркиза, и ей уже 17 лет. Прошлым летом я решил взять ее на прогулку. Я ей купил маленький ошейничек и вывел ее в парк. Во время нашей прогулки ко мне подошли очень много человек. Они стали играть с моей кошкой и задавать мне очень много вопросов. И в тот момент я понял, что наш питомец – это лучший айсбрейкер для начала общения. И именно эта ситуация позволила нам создать мобильное приложение «Лемур». Благодаря нашему приложению вы найдете других владельцев животных, которые живут неподалеку от вас. И неважно, кто у вас – кошка, собака, морская свинка или даже крокодил – вы все равно найдете новых друзей на общую тему. Помимо этого, мы добавили «Marketplace». Там вы найдете самую необходимую информацию, чтобы ухаживать за вашим питомцем. Там есть магазины, зоотовары, отели и многое другое. А если уже у вас нет домашнего животного, то вы сможете зайти на страницу приюта и взять какого-нибудь зверька. Итак, мы подошли к нашему рынку. В первую очередь мы будем выходить на такие рынки, как США, Европа и Россия. На территории этих трех государств проживают более 200 миллионов человек, у которых есть хотя бы один домашний питомец. 70 миллионов из них – это одинокие владельцы животных. В общем, весь рынок товаров и услуг для животных генерирует более 100 миллиардов долларов с ежегодным приростом около 5%. Посмотрев на эти цифры, мы понимаем, что у нашего проекта есть гигантский потенциал для роста, и мы знаем, как его монетизировать. Мы создали уникальную модель монетизации. Бизнес из этой сферы может найти себе идеального конечного клиента. Мы уже испытали эту модель на нескольких онлайн-магазинах, и они остались очень довольны. Да, мы работаем на рынке с высокой конкуренцией. Мы знаем, что существует более 1000 онлайн-знакомств. Но мы можем с уверенностью сказать, что ни одна из этих компаний не предлагает столь простой и действенный способ для начала общения. Если мы посмотрим на это с точки зрения бизнеса, то наша аудитория тратит в год минимум 1000 долларов на своего питомца. И тем самым мы становимся очень хорошим рекламной платформой, извините, для наших рекламодателей. Как мы планируем продвигать наше приложение? Помимо стандартных методов продвижения, месяц назад мы договорились с Фондом защиты дикой природы о запуске благотворительной эстафеты «Дай-5». Через месяц приняли участие 2000 человек, и мы ее будем продолжать. У компании два основателя, я и Виталий. Мы работаем с ним уже на протяжении 5 лет, и мы уверены, что мы сможем достичь нашей цели. Через 5 лет мы сможем охватить 10% существующего рынка и привлечь в приложение 20 миллионов активных пользователей. Мы будем оперировать в 60 городах мира, и выручка нашей компании составит 90 миллионов долларов. Всем спасибо. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте.